В Одесі почав роботу перший електробусний маршрут, що з'єднує Молдаванку, Дальні Млини, Балківську та центр міста. Запустити його планували ще у вересні, але процес сертифікації машин затягнувся. Паралельно комунальники спустили на рейки новий трамвай «Одіссей» з низькою підлогою. А чи задоволені ви станом та роботою міського електротранспорту? Я вважаю 60 на 40 десь, в лучшу сторону, тому що все-таки сейчас больше новых появилось. Конечно, много старого, но надо с этим бороться. Троллейбусы хорошо ходят, нет вопросов, никаких замечаний нету. Единственное, что семерка плохо, вот ждешь ее по полчаса на остановку. А так вот девятка, десятка замечательно ходят, нет никаких вопросов. Что касается электро, там вы говорите, новые, да, запустили? Я первый раз слышу, первый раз не слышал даже, не знаю сам. Ну, я думаю, что троллейбусы, так как я живу в центре города, вот на Морозлевской, 9-й у нас троллейбус там в основном, он очень ходит часто, где-то буквально через 10, там, 7 минут, очень удобно. Вот ими как бы не переполнены они, может быть, потому что я, когда еду на работу, это очень рано. Вот, а вечером тоже, как бы, может, часы пик я, в принципе, не езжу, поэтому, ну, наверное, есть часы пик. Я живу возле Пересепского моста, и бывают очень большие пробки, поэтому, в принципе, добраться домой на трамвае гораздо быстрее и удобнее. Вот, ну, состояние так себе, конечно, то есть хотелось бы немножко получше. Я считаю, что электротранспорт – это очень современно, потому что это забота об экологии. Я надеюсь, что современный электротранспорт, он будет намного удобнее, чем маршрутные такси. Единственное, что те маршруты, где их запустили, они далеко от района Таирова, где живем мы, поэтому пользоваться пока не будем. Я больше передвигаюсь либо пешком, либо на машине. Общественным транспортом пользуюсь очень мало. Но для людей, я думаю, это очень будет хорошо и удобно. Транспорт в Одессе – это цифра номер один. Поэтому на них комфортно ездить, спокойно, особенно добираться детям. Школа, у меня у самой трое детей, и я за безопасность этого транспорта. А этот транспорт, он не то, что необходим, а это самый острый вопрос в Одессе. Поэтому если такого транспорта сейчас будет больше, только за.